Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. Итак, я продолжаю отвечать на вопросы подписчиков. У нас очень много островов. Вопрос такой, зачем мы их превращаем в поселение? Мы можем иметь за раз не более 15 островов. Все остальное, пока мы не превратим, мы иметь не можем. Поэтому нам периодически приходится превращать наши острова в поселение. Мы заходим, нажимаем, видите, вот мы сейчас 14-15 создать и создаем. Иногда давали за это подарок, но не всегда. Иногда бывает так уже, превратил и до свидания. Некоторые острова очень даже неплохо дают первые, но теперь уже ничего не дают. Объясняю. Наша игра, она нагружает сервера. И пока остров действующий, на котором мы можем свободно играть, он идет нагрузку, дает на сервер игры. А когда остров уже превращенный, это уже вроде как остров, но вроде как уже не остров, он не дает никакой нагрузки. Это просто картинка, скажем так. Понимаете, вот у нас как острова. На островах у нас находятся там животные, вот на таких тоже, на всяких там еще чего-нибудь. И это все тоже идет нагрузка, которая грузит наши сервера. А более чем 15 штук наши сервера выдержать не могут. Тем более не забывайте, что сейчас у нас игра делится на части. Морское раз, не морское простое, потом железная дорога, у кого не пройдена. Это все острова, и это все нагрузка. Нагрузка на игру. Вот обратили внимание, иногда заходишь к соседу, ничего так копать, а иногда заходишь, и знаете, аж так, аж подвисает. Это говорит о том, или много королей, или много торговцев, ну, чего-нибудь, да много называется. Это тоже, получается, грузит игру, и получается немножко так. И вот из-за вот этих вот моментов, чтобы сильно не перегружать, для нас и установили лимит 15. Поэтому нравится, не нравится, превращаем. Единственное, как говорится, пожелание, перед тем, как превратить, думайте, какой превращать, какой не стоит. Какой лучше оставить себе, типа, чтобы вот как Гринли, например, чтобы не было, как у меня. Превратил, а потом пожалел. Ну, когда я превращала, тогда еще как-то так не было разговора о том, что там можно выращивать капусту. Ну, это все, что я хотела рассказать. И на этом все. До новых встреч!